ваше портфолио вам не нравится вашим клиентам, и они просят удалить свои портреты, когда вы их выставляете. Сегодня я покажу вам, как обрабатывать в нескольких программах портреты ваших клиентов так, чтобы они себе нравились и приводили вам подружек, чтобы стать такими же красивыми, как они у вас в портфолио выглядят. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, и сейчас я буду говорить с вами о программе Facetune. Скачать ее можно легко, и пользоваться ею тоже, в общем-то, легко. Смотрите, я взяла свою фотографию. Я сейчас покажу вам все, что я люблю в Facetune, и все, чем я пользуюсь в Facetune, для того, чтобы портрет стал более интересным, более выразительным. Что я делаю? Первое. Как ни странно, ухожу в самый конец и выбираю формат, в котором мне нужна моя фотография. Чаще всего мы с вами работаем в Instagram, поэтому нам подходит квадратная фотография. Располагайте ваш портрет таким образом всегда, чтобы если лицо в три четверти, взгляд устремлен куда-то не в камеру, то как бы перед глазами должно быть чуть-чуть больше места, чем за затылком. А если портрет прямо по центру, то смотрите, по расположению плечей моих, в общем-то, понятно, что направление мое в какую сторону направлено, и можно сделать так, чтобы чуть-чуть перед лицом тоже было места больше. Либо просто в центре прямо расположить, ну, как, впрочем, я сейчас и делаю. Нажимаем «Сохранить», и теперь уходим в самое начало. Конечно, я не буду исправлять себе форму лица, но некоторых клиентов вы можете реально сделать чуть-чуть поуже в челюстях, может быть, чуть-чуть им уменьшить нос, для того, чтобы они в вашем портфолио себе понравились. Странно, да, но можно. То есть, вот смотрите, если я выбираю нос и уменьшаю немножечко его размер, то визуально это никто не увидит, но лицо у некоторых людей станет более привлекательным, потому что нос огромной картошкой или какой-то очень длинный никому особо не нравится в себе, если вы выставите еще и неправильно сфотографированное лицо, например, когда перспективное искажение и нос огромный посередине лица, а все остальное ушло как бы в сторону, это будет не очень красиво. Но в общем и целом в этом разделе я практически ничем никогда не пользуюсь. Тут, видите, можно приподнять нос, опустить нос. Ну, мой нос, например, поднимать вообще не стоит, но вы должны иметь в виду, что все это возможно. Так, что тут можно сделать моим кончиком носом, который я не очень люблю? Ну, ничего, красивее он меня не делает. Сохраняем, уходим. Что здесь у нас я люблю следующее? Смягчить. То есть, если у нас есть какие-то неровности кожи, то можно их немножко убрать. То есть, вот как здесь на лбу какие-то непонятные. То есть, такими мелкими штришками я просто сглаживаю вот эти вот какие-то дефекты. Но здесь, в общем-то, меня ничто не смущает. Сохраняю, ухожу дальше. Больше я здесь ничем не пользуюсь, потому что все вот эти вот сияния, консилей и прочее, это слишком сильно изменения, на мой взгляд, в вашем портфолио, который ваш клиент заметит и не поверит вам. То есть не надо этого делать, поэтому отменяю и ухожу. А что еще можно сделать? Немножко можно отбелить глаза. То есть если у вашего клиента глаза покрасневшие после процедуры, допустим, на веках, вы можете совсем чуть-чуть их отбелить. Если видны зубы во время улыбки, то почти всем идет немножко более белозубая улыбка. И вот этим вот ползунком вы можете регулировать. На полную мощность выкручивать не советую, потому что это всегда выглядит неестественно. Оставляйте процентов 40-45 от того, что вы сделали. Если что-то вам не нравится, вы понимаете, что переборщили, вы можете всегда ластиком отменить изменения. Но здесь я ничего не меняю, сохраняю, иду дальше. Очень прикольная вот эта фишечка — деталь. То есть вы локально можете выделить какие-то детали, которые, может быть, ваш фотоаппарат или телефон замылили, или, ну, бывает такое, что красивый портрет, но вот как вот здесь примерно при приближении вы понимаете, что нету качества того высокого, которое бы хотелось. И вот при помощи деталей вы можете взять и выделить чуть-чуть, вот более ярко будут выглядеть, допустим, глаза. Посмотрите, как выделились. На портрете это будет смотреться эффектно. То есть я не говорю про какие-то прям выделения на брови, делать их ярче. То есть вот только глаза я тронула. Причем, смотрите, опять я убираю ползунок, чтобы это не выглядело неестественно, процентов до 40. Всегда вот здесь в уголке, видите, два таких квадратика, на них нажимаете, можно посмотреть до-после, как изменились. Ну, глаза стали прозрачнее, как-то красивее, свежее, хоть изменение минимум, но все равно уже прям гораздо лучше. Мне нравится. Фильтры я не использую совсем. Фон, небо и прочее здесь тоже не нужно. Макияж использовать я даже никогда сюда не залезала, но мне кажется, что это тоже перебор, особенно если вы делали, допустим, процедуру, то тут вам пользоваться нечем, потому что это будет неправильно, если вы что-то подрисуете. Так, что у нас дает заплатить?
отладка. Вот, это то, чем вы можете тоже пользоваться. Вот, допустим, прыщ на лице. То есть вы ставите рядом вот этот кружочек, то есть это зона, которую вы выбираете, чтобы прыщ пропал. Сохраняете. Ищите дальше недостатки кожи, которые там хотели бы вы убрать. Опять ставите, чтобы убрать. Можно регулировать размер, то есть если большое пятно, вы прям пальцами раздвигаете, увеличиваете, уменьшаете. Чем меньше вмешательства, тем лучше будет результат. То есть чем больше вы увеличите портрет, чтобы более локально поработать, тем эффектнее будет результат в конце. То есть не будет видно, что слишком какие-то большие работы проводились. Потому что чем менее необработанным выглядит портрет, тем это больше доверия порождает от ваших клиентов. А вот здесь вот вы можете добавить в общем в портрет вот этих вот вещей. Начнем с яркости и просто смотрите, регулируйте. Да? То есть иногда хочется сделать темнее, потому что, смотрите, больше теней появляется, портрет смотрится более каким-то таким объемным, интересным, да? Вы можете добавить яркости, если, допустим, у вашего клиента на лице много таких вещей, которые убрать сложно, то есть бывают какие-то выпуклости, отеки, то есть если вы добавите яркости, все это пропадет за счет того, что вы убираете тени. То есть если вы переборщили во время фотографирования с освещением, и у вас они появились на фотографии. Поэтому имейте в виду, смотря что вам нужно, то есть вы просто регулируете, смотрите, да, в каком случае смотрится интереснее портрет. То есть я здесь хотела бы чуть-чуть добавить теней. Что потом я выбираю? Сияние. Сияние создает ощущение, что с одной стороны начинает светить какой-то прожектор и выделяются освещенные места еще больше. Кстати, вам рекомендация. Всегда, когда вы выбираете какой-то параметр, сгоняйте на ноль все настройки. То есть, ну, иногда бывает посередине черточка, либо вы сгоняете на ноль, чтобы по чуть-чуть добавляя смотреть, как меняется лицо, да, потому что иногда в некоторых параметрах сразу по максималочке стоит вот эта вот шкала, и это бывает too much. Вот, поэтому я здесь немножко могу добавить сияние, и всегда проверяйте, как изменился портрет, стал ли он интереснее, а вдруг вы что-то испортили. Но нет, смотрите, здесь, когда я добавляю сияние, тени стали чуть-чуть еще глубже, освещенная часть стала как бы более светлая, появился еще больше объем, который, тем не менее, не портит портрет. Идем дальше. Контрастность. Я практически никогда не трогаю, потому что обычно контрастностью, ну, может быть, чуть-чуть глубины можно добавить, когда вы усилите контраст между темным и светлым, но советую вам не заигрываться, потому что можно прям испортить портрет. Цвет. В зависимости от того, какой у вас исходник, вы можете поиграть с цветом, сделать, может быть, чуть-чуть насыщеннее фотографию, потому что иногда этого не хватает. Резкость тоже надо использовать осторожно, потому что, ну, она вам может помочь, если вы, допустим, рисовали волоски, чтобы усилить эффект вот этих вот выделенных линий, но на портрете резкость, посмотрите, превращается в слишком ненатуральную какую-то картинку, то есть при помощи резкости можно добиться каких-то мультяшных эффектов, но не натуральности. Поэтому если чуть-чуть, вот, чтобы как бы еще вперед вылез портрет, можно добавить, чтобы стало прям интересным, привлекающим внимание. Идем дальше. То есть зерно, структуру я вообще не трогаю, потому что я не пользуюсь совершенно этими параметрами. Они мне непонятны, зачем они тут сделаны. Но благодаря зерну вы можете тоже какой-то вот этой ламповости добиться в портрете. Но это если вы будете использовать прям постоянно во всех портретах, если у вас какой-то есть единый стиль. При помощи теней, смотрите, тоже можно теней добавить, чтобы больше художественности появилось. Потому что если у нас вот портрет такой, как здесь, когда, допустим, клиент прислал свои зажившие какие-то ваши работы, свои фотографии, они не всегда бывают качественные, но клиент вам пришлет себя, где он себе нравится. Поэтому если вы обработаете и сделаете его еще красивее, будет еще прикольней. Ну и температура нам тоже, в общем-то, не нужна. То есть все, вот, чем я пользуюсь, я показала. Сохраняем. Функция размыть. Здесь она не нужна, потому что фон единый. Но если вам прислал клиент себя на фоне природы или какой-то кухни, не своей или мебели, то вы можете прям выбрать и как размыть здесь, ну, просто не видно, я сейчас покажу прям на лице, то есть вот смотрите, можно создать эффект боке, то есть когда вы замыливаете задний план, и фотография смотрится еще натуральней. Если вам что-то не нравится или вы залезли на портрет, то вы выбираете ластик и убираете все, что вам не нравится. Но здесь я убираю все, потому что мне здесь этот эффект совершенно не нужен. Но имейте в виду, что можно создать такую объемную фотографию. Тоже сохраняем. Ну
Ну и, в общем-то, это все, чем я пользуюсь в программе Facetune. И смотрите, теперь можно посмотреть, что было, что стало. Ну, как видите, да, стало рельефней, эффектней, как-то прям гораздо более профессиональней, чисто визуально, да, хотя фотография все та же самая, и она все так же не очень качественная, слегка мутноватая, но стала гораздо более интересной и живой. Сохраняем, используем в дальнейшем в работе. Перебьется Facetune, не буду его оценивать. А вот, программа Facetune, следующая программа будет Lightroom, я ее тоже очень люблю. Ну, в общем-то, все. Это все, чем я пользуюсь в программе Facetune. Она очень простая, она прям вот прям для девочек, которые сами себя сфотографировали и попытались сделать себя красивее. Прям очень простая программа. И, в принципе, я ее люблю для того, чтобы быстро обработать фотку и выставить себя в более красивом свете. Все, надеюсь, я была вам полезна. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. А всем пока!